Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – протидія торгівлі людьми. 18 жовтня в рамках інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми в Миколаєві відбулась вулична акція «Хода за свободу». Захід приурочений до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Скільки українців і миколаївців, зокрема, стали жертвами торгівлі людьми? Як допомагають такі акції убезпечити людей від потрапляння у рабство? Що необхідно знати і робити трудовим мігрантам, аби не бути ошуканими і не потрапити у трудове рабство? Дізнаємось у нашій сьогоднішній гості в студії. Голова громадської організації «Любисток» Маргарита Пархоменко. Маргарита Петрівна, я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Маргарита Петрівна, будь ласка. 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом започаткований Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Чим загрожує людям це явище – торгівля людьми? Ну, само по себе поняття торговлі людьми сьогодні в обществі і в мірі – це преступление. И преступление в Украине, оно признано особо тяжким. И за этим стоит много негативных последствий. Это и насилие, это и психологические травмы в том числе. Это может быть связано и с потерей денег. И разлука с семьей, потеря семьи часто, и усложненные отношения и с семьей, с членами семьи, в том числе и с детьми. И, наверное, это самое страшное, когда теряется контакт с семьей. Торговля людьми – это преступление 21 века, которое сегодня во всем мире признано считать позорным явлением. И это злочин. Естественно, это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, статья 149 и три ее пункта, которым предусмотрено наказание сроком от 3 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Як повідомляє сайт Міністерства соціальної політики України, за оціночними даними Міжнародної організації з міграції, за роки незалежності України від торгівлі людьми постраждали понад 230 тисяч осіб. Українці потерпають від сучасного рабства як у середині країни, так і за кордоном. Маргарита Петрівна, а скільки осіб в Миколаївській області стали жертвами торгівлі людьми? Яка тенденція за останні роки? Їх кількість збільшується чи зменшується? Статистика – це дуже відносительне поняття. І точні цифри вам ніхто не скаже, особливо те, що стосується проблеми торгівлі людьми і її жертв. Я могу вам сказать, что так как я являюсь, наша организация, Николаевский фонд «Любисток», является членом всеукраинской коалиции по противодействию торговле людьми в Украине, и наряду в эту организацию входит 31 организация, в эту структуру входит 31 организация, и вместе с этим, со всей коалицией, начиная с 2001 года, общественными организациями выявлено, идентифицировано и включено в программу Международной организации по миграции, программу реинтеграции, и оказана помощь конкретно, да, людям, которые оказались в ситуации торговли людьми, 15 300 человек – это данные на 1 сентября этого года. Много это или мало? Для масштабів всієї України. Але за кожною цифрою стоїть доля людини. Це, безусловно. Но по, опять же, оценочным данным различных международных организаций, в ситуацию торговли попадают от 600 тысяч, и сейчас уже говорят, до 28 миллионов человек ежегодно попадают в ситуацию торговли людьми вот такое количество. Является ли Украина исключением? Могу сказать, что на сегодняшний день Украина является
лидером пострадавших от торговли людьми в Европе. Поэтому Украина не может не поддержать акцию «Европейский день борьбы с торговлей людьми», которая проводится сегодня. И инициирует, и инициировала ее проведение в Украине действительно международная организация А21, а мы, коалиция общественных организаций по противодействию торговле людьми, вместе с международными организациями ОБСЕ и Международной организацией по миграции, естественно, поддерживаем и проводим эти мероприятия как хода за свободу у себя в областных центрах. Проходит эта акция сегодня во всех областных центрах Украины. Так, і якщо ви вже зазначили про цю акцію «Хода за свободу» в Миколаєві, на цій акції побували кореспонденти зі служби новин Олександр Гордієнка та Ігор Чорний. Ріг проспекту Центрального та Соборної. Збираються учасники ходи. Організатори встановлюють інформаційні щити, збирають намети. Серед присутніх – 27-річний Дмитро. Чоловік говорить, що став жертвою торгівлі людьми в Польщі. Розповідає свою історію. Я хотів поїхати заробити за кордон. А вийшло так, що більше використали мене, чим я заробив. Ну, відношення погане, свинське, так би мовити. Тебе за людину не вважають. Працюєш там по 12-15 годин. А жила в 40 кілометрах від роботи. Нас автобус возив, а коли ні, ходили пішки. Нічого не заробив, та ще й заборгував. Переважно всі учасники у чорному. Про акцію розповідає її співорганізаторка Маргарита Пархоменко. Мовчазна акція передбачає колону, яка буде йти Соборною від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Люди будуть йти вдягнені всі у чорне. Це мовчазна акція. Вони будуть йти з символічними парасольками. Ми вдягаємося чорним, тому що це як символ зла і це символ людей, які страждають. Колона завдовжки 100 метрів сформована. Маршрут до вулиці Адміральської і назад. А це 7 кварталів. Рушили. Долучилась до ходи Наталія Мороз. Дівчина розповідає, чому. Я хочу підтримати тих людей, які потрапили в таку ситуацію, і щоб інші теж знали, що треба берегти себе і не потрапляти в різні ситуації. В Миколаєві така хода відбувається вшосте. Цьогоріч участь в ній взяли близько 100 учасників. Під час ходи перехожим роздавали інформаційні листівки. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. За тими днями працюємо в прямому ефірі. Протидія торгівлі людьми – наша тема. І Маргарита Пархоменка у нас в студії. Маргарита Петрівна, будь ласка, наскільки показовий випадок, про який розповів герой сюжету? Он действительно сегодня, ну, реально показательный, потому что мы, если до сих пор говорили о том, что у нас, ну, это и остается на сегодняшний день эта проблема, что больше, наибольшее количество пострадавших в Украине, в том числе и в Николаевской области, это люди, трудовой эксплуатации особенно, да, то есть это люди, которые пострадали в России. Вот. Но на сегодняшний день я смотрю, что у нас действительно увеличиваются обращения тех людей, которые пострадали в Польше. И я не могу это не связать и с безвизом, да, то есть возможность использования визы, которая, в общем-то, дана не для того, чтобы работать, а для того, чтобы отдыхать, смотреть мир, ну, ездить как бы с целью каких-то развлечений. А вот люди используют ее с целью работы. Вот. Но я хочу сказать, что, в общем-то, есть этому и такой, знаете,
немножко объясняемый мне компонент, что правительство, например, Польши, оно разрешило въезд украинским мигрантам по безвизу, да, и на месте предлагает трудоустройство. Но так ли это? И все ли как бы фирмы, которые предлагают посреднические услуги, действительно оправдывают ожидания? Ну вот показательным пример был рассказ героя. Я могу вам сказать, что несмотря ни на что, вот за прошлый год, за 2018 и за 6 месяцев 2019 года, если я не ошибаюсь, около 800 человек, 800 украинцев на территории Польши умерли или погибли. Это тоже нельзя не связать и с безвизами, и с, в общем-то, возможностью упрощения, да, упрощения выезда, в том числе в Европу, в страны Европы. И ближайшая страна – это у нас Польша, вот, где, в общем-то, украинцев ждут, потому что… Дешевая рабочая сила? Это дешевая рабочая сила для поляков, потому что сейчас Польша испытывает острый недостаток в своих согражданах, потому что сограждане Польши выезжают в Германию работать. Там для них более выгодные предложения, чем для украинцев. А украинцы едут, освобождают места. Я вам хочу сказать, что у нас реально участились вот на сегодняшний день, особенно вот за последний год, вот в течение даже полугода, я бы сказала, 6 месяцев, количество обращений людей, которые пострадали, в том числе в Польше. Чехия, Польша. Есть такая проблема. Маргарита Петрівна, скажіть, будь ласка, як допомагають подібні акції, яку ми зараз бачили у відеосюжеті, у боротьбі з торгівлею людьми? Вона вже вшосте проводиться, тобто сьогодні можемо говорити і про результати? Да, действительно, в Украине акция проходит 6-й раз, Украина ее поддерживает, в Николаевской области она проходит 3-й раз. Но это говорит действительно очень о том, я думаю, прежде всего, что подобные акции, которые проходят у нас в Николаевской области, ну, как минимум 3 раза в год. То есть у нас есть 3 даты наши. Это 30 июля, Международный день борьбы против рабства. Это 18 жовтня, это Европейский день борьбы с торговлей людьми. И это 2 декабря в рамках 16 дней против насилия. То есть 2 декабря это день, Международный день борьбы за отмену рабства. То есть мы всегда вот в эти дни проводим всевозможные акции. Ну, сколько я помню, уже с 2010 года точно. А вот, в том числе и уличные. И автопробеги у нас были, и уличные акции. Но вони звертають увагу суспільства на цю проблему? Я думаю, что да. Основная задача этих акций, да, привлечь внимание общества к проблеме. Потому что когда общество все-таки знает, то, наверное, начинает и обращать внимание. Хотя я вас уверяю, что ни один тот человек, который выезжает за границу, не ассоциирует свой выезд именно с попаданием в ситуацию торговли людьми. То есть человек не едет для того, чтобы у него забирали документы, чтобы его били, чтобы его не платили ему зарплату, чтобы его наказывали, чтобы его содержали в ужасных антисанитарных и нечеловеческих условиях. Да? Вот. Человек едет для того, чтобы решать свои материальные проблемы. Во-первых, что ему обещают, как правило, фирмы-посредники и вербовщики, да, в том числе преступники. Вот. И ему же не говорят, что там вы будете жить без постельного белья, по вам будут бегать крысы, вот, и медицинская помощь в случае необходимости вам предоставлена не будет, понимаете? А еще и зарплату вы получать не будете. То есть всегда говорят, и люди, в общем-то, строят свои планы, строят представление о том, что кроме того, что они заработают денег, они смогут посмотреть мир, увидеть, как люди живут, получить какие-то приятные эмоции. Вот. А в результате они часто вот содержат и в заперти их не выпускают, и документы отбирают, и зарплату не платят, еще и с проблемами со здоровьем приезжают. И слава Богу, если им еще удается вернуться. Вот как сейчас это уже актуально для Украины, мы говорим об этом уже в течение нескольких лет, да, о том, что по объявлениям наркокурьерам,
ну, такие есть объявления, когда курьерские объявления, они еще не были тогда наркокурьерскими. Вот. То есть, когда курьерские объявления висели у нас в общественном транспорте, в том числе практически во многих маршрутках, да, с предложением набираются люди, нужны молодые люди, да, для перевозки негабаритных грузов с очень высокой зарплатой, там, до 8 тысяч гривен в неделю. Вот. Люди не интересовало, какие же это грузы, куда можно перевозить, и сколько их вообще реально перевезти, да, чтобы тебе заплатили такие деньги. Ну, просто. Угу. Вот. А когда, в общем-то, люди шли и соглашались на эти предложения, они вынуждены были, их заставляли заниматься распространением, закладками распространения наркотических средств. В России, например, нет проблемы торговли людьми, у них нет наказания за торговлю людьми. Не передбачено российским уголовным кодексом. Зато у них предбачено наказание за распространение наркотических веществ. И это считается у них особо тяжким преступлением. И наказание за это преступление предусматривает до 25 лет лишения свободы. На сегодняшний день более 1000 человек, где-то примерно 1100 или 1200 уже насчитывается украинских граждан, которые или находятся в тюрьме, отбывают срок, или ожидают своих приговоров. Вот. И только вот сейчас, в этом году, насколько я знаю, то, в общем-то, как-то начал продвигаться вопрос с репатриацией их в Украину. Вот. Но опять же, они получили срок, и они должны его отбыть. Вот. Здесь или в России, в любом случае. И тут, естественно, никто не говорил, не предупреждал их о том, что они будут находиться вот в таких условиях, да, заниматься преступной деятельностью. Вот. И будут иметь наказание за это преступление, конечно. А чи є верстви населення, соціальні або вікові групи, представники яких найчастіше стають жертвами торгівлі людьми? Ви знаєте, от по опросу по заявке Международной организации по миграции, который проводился в 2016 году, значит, среди молодежи. Причем там выбраны определенные категории молодежи, значит, это молодежь, там, позбавленная батьківського піклування, это учащиеся ПТНЗ, это, ну, несколько групп там. А, это дети, которые находятся в местах лишения свободы. Это молодежь в возрасте от 13 до 17 лет была опрошена. Так вот, я вам хочу сказать, что более 40% из числа молодежи этой готовы принять рискованные предложения, которые могут привести в ситуацию торговли людьми. Какие это предложения? Допустим, ну, например, такой вопрос, да? Отдадите ли вы паспорт, если вы, ну, у вас его попросят там, для регистрации там, или залог для работы за границей? Они согласны. В смысле, для работы. Они согласны. Согласитесь ли вы работать без трудового договора? Соглашаются. Можливо, вони навіть не знають, що існує трудовий договір? Может быть. Ну, вообще, ну, да, могут и не знать, понимаете? То есть это говорит, да, отчасти это говорит о правовом нигилизме, который, в общем-то, ну, существует в нашем обществе. А даже если и знают, опять же, это меня не коснется. Я еду зарабатывать деньги, я еду решать свои материальные проблемы. Це буде не зі мною. Ви сказали, що у більшості випадків люди виїжджають за кордон на роботу, влаштовуються, і вони не звертають увагу ні на трудовий договір, ні на те, в яких умовах вони будуть проживати. Що необхідно знати і робити трудовим мігрантам, аби не бути ошуканими і не потрапити у трудове рабство? Ну, прежде всего, нужно понимать, с кем ведутся переговоры по поводу трудоустройства. И неважно, где это трудоустройство происходит. Или оно предполагается здесь, в Украине, или оно предполагается с выездом за рубеж. Если это посредники, если этот вопрос решается через посредников, то есть это фирма, значит, нужно поинтересоваться, насколько законны этой фирмы действия. Можно выяснить несложно. Можно обратиться на сайт Министерства социальной политики, где есть
ссылка на трудоустройство за границей. Трудоустройство есть и трудоустройство за границей. Открывая эту ссылку, можно найти фирмы, перечень фирм, которые имеют лицензии. Там вони обов'язково. Причем этот сайт, он работает, он постоянно обновляется. Вот. То есть, если кому-то дают лицензию, то есть этот процесс постоянный. Если есть, значит, его вводят туда, в реестр, в этот. Если кого-то лишают лицензии, значит, его исключают. Или пишут о том, что фирма лишена лицензии. Чтобы избавленные конечно. Лицензии. И с какой там даты, понимаете? То есть обязательно. В этом перечне не только фирмы, перечень только фирм. Там есть, по какому адресу зарегистрирована фирма или лица, ФОПы, какие услуги они имеют право предоставлять, по какому адресу они имеют право предоставлять эти услуги, в какие страны они имеют право предлагать работу, в каких странах. Потому что бывает так, что фирма имеет лицензию, допустим, посреднических услуг или консультационных чаще всего услуг, например, в Польше, да, а предлагают еще в 35 стран работу. Вот, то есть это все можно проверить, это все контролируется. Ну и если, допустим, в чем-то есть сомнения, в чем-то есть какие-то вопросы, всегда можно обратиться на телефон горячей линии, которая у нас есть в Украине. Это национальная горячая линия для трудовых мигрантов по предупреждению торговли людьми. Телефон очень простой. Можно позвонить с любого мобильного оператора. Телефон абсолютно бесплатный. Я могу гарантировать, что абсолютно вся информация, которую вы будете озвучивать по этому телефону, она останется конфиденциальной. Значит, вас единственное могут по телефону поэтому спросить ваш возраст и ваше образование. Могут еще спросить, откуда, из какой вы области. Это все вопросы, которые, в общем-то, могут интересовать консультантов горячей линии. Номер телефона 527. 527. Да, телефон очень простой. 527. С любого мобильного оператора. Ну, или можно обратиться в нашу организацию здесь, в Николаевской области. Мы, по возможности, тоже можем и какую-то информацию дать, и консультацию. Ну, и в то же время, знаете, очень часто люди, когда возвращаются уже из-за границы, они не знают, что с этим делать. И вообще, опять же, никто не ассоциирует свои проблемы, свою ситуацию именно с торговлей людьми. То есть люди не приезжают, что я приехал из трудового рабства там, или даже из трудового рабства, то никак не может быть это торговля людьми, понимаете? То есть люди чаще всего винят себя в происшедшем. Сам виноват, ну не повезло. Вот. А на самом деле можно обратиться на горячую линию, на тоже, или на телефону нашей организации и узнать вот при таких обстоятельствах, да, как это можно квалифицировать. Возможно, это действительно ситуация торговли людьми, то есть нарушение ваших прав и свобод, и вы имеете право на помощь как от государства, так и от общественных международных организаций, общественных организаций здесь в Украине. Втім, для того, щоб людина могла отримати допомогу, їй треба довести, що вона таки стала жертвою торгівлі людьми, так? Ну, можна довести, да. Можна довести, можна... Ми, от, кстати, можна довести, чи це дуже важко? Ви знаєте, це не просто, безусловно, це не просто. Но якщо речь йде о, допустим, уголовному производстві, то есть наши правоохранители прикладывают очень большие усилия для того, чтобы сформировать уголовное дело и довести его до суда. Это иногда не просто не один месяц, да, иногда это требует и не один год. Вот, для того, чтобы, в общем-то, собрать материалы, которые могут подтверждать преступления торговлю людьми. Вот. Но для того, чтобы получить, допустим, статус, да, или понимать для вас и рассчитывать на помощь, это никак не совершенно не обязательно связывать именно с уголовным производством.
Вот. Можно обратиться и в департамент социальной защиты населения, это или в Николаевской области департамент, или управление социальной защиты населения, которое есть в любом абсолютно городе или районном центре областного подчинения, вот, где есть відповідальні особи за встановлення статусу, і ви отримаєте повну консультацію, що потрібно для того, щоб, допустим, отримати той же офіційний статус постраждавшого від торгівлі людьми. А офіційний статус постраждавшого від торгівлі людьми дають доволі немало. Крім того, що предусмотрені государственною допомогою законом України по противодействию торгівлі людьми, тобто це і юридичні консультації, і допомога, це і психологічна допомога, це і підтримка гуманітарна, медицинська допомога. И немаловажный компонент – это материальная помощь. Материальная помощь на сегодняшний день составляет 3 прожиточных минимума. Правда, это единоразовая выплата. Ну, я думаю, что, в принципе, около 6 тысяч гривен тоже, ну, вроде как бы не лишнее. Особенно в тех ситуациях, когда люди приезжают без денег, без вещей, с долгами и с проблемами со здоровьем. Вот, поэтому нужно обращаться. И можно получить помощь, обратившись в общественную организацию, вот, где помощь тоже реально, в общем-то, предлагается. Вот, и помощь предлагается независимо от того, человек обращается в правоохранительные органы или нет, обращается он в государственные структуры или нет. То есть общественная организация «Любисток», она может идентифицировать и работать с каждым человеком индивидуально. И готова допомогти. Маргарита Петрівна, да. Все більше часу немає. Спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії в такий день. Це була тема дня, якою буде наступна тема. Підкаже вже наступний день. На все добре.